Вы ехали откуда Я ехал с комбината, вот иду там, как автобус, как все это по этой полосе. Вот. И вот сразу вывернул сюда, значит. И она как снег навела у меня. Даже не понял. Уже заметил последний момент. Женщина там? Женщина, да. Какой скорости ехал? Ну, как и быстро, до 40, да, потому что сам пошел со смены на станции. Еду потихоньку так, чтобы, ну, ехать домой спокойно. Там не смотрел, чего там никого нету. И так дальше себе, ну, как обычно, газку подкинул. И еду себе спокойно. И тут смотрю, уже последний момент, смотрю, еще темно было, смотрю, так и скорость вот где-то на метра два. Вот вижу, такая вывернул, я все посмотрел, за этот момент буду вывернуть. И не успел. А откуда, куда пешеход переходил? Я ее заметил на своей полосе, вызвал. Конечно, получается, у меня пациентка была. Откуда она шла, только заметил в этот момент, и все, я уже на мне на стекле, и все. То есть, тормозили вы, да? Да. Ну не на пешеходном она была? Нет, нет. Вот как раз вот машина как на спит, так вот и все. Вот я повернулся сразу. Я от нее уворачиваю машину.